поделюсь с вами своим рецептом приготовления гуляша из говядины мягкого и нежного. Получается ароматный густой соус и очень сочное мясо, отлично скрасит любой, даже самый банальный гарнир, попробуйте. Вообще, рецепт приготовления гуляша из говядины мягкого имеет несколько вариаций. Я готовлю так, чтобы соус был довольно густым, но если вы любите подавать гуляш с подливой, тогда добавьте больше воды и меньше муки, тогда получится не соус, а подлива. Кроме того, вы можете сделать гуляш или только со сметаной, или же только с томатной пастой. Я делала нечто среднее, хотя вообще-то больше люблю делать гуляш из говядины мягкий в домашних условиях именно в сметанном соусе, так что попробуйте и вы. Список ингредиентов в конце видео. 1. Морковку и лук моем, чистим, нарезаем не очень крупно и обжариваем на растительном масле, затем добавим мясо, порезанное средними кусочками. 2. Когда уже мясо покроется корочкой, добавим стакан или полтора воды, огонь делаем маленьким, тушим под крышкой почти до готовности мяса. 3. В половине стакана воды смешаем сметану, муку, томатную пасту, всяческие приправы по вкусу, вливаем в гуляш, когда мясо уже готово. 4. Тушим еще немного и, по необходимости, добавим еще специй, соли и перца. Приятного аппетита! Подписавшимся, больше вкусностей! Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. А теперь ингредиенты. Говядина 800 грамм, лук 100 грамм, морковь 100 грамм, мука 2 столовые ложки, томатная паста 1 столовая ложка, сметана 1 столовая ложка, специи по вкусу, количество порций 5-6. Спасибо за просмотр, напишите, что вы думаете, или просто лайкните. Удачного приготовления, приятного аппетита, жду вас снова.